Служители Фемиды продолжают проверять соблюдение трудового законодательства. На одном из предприятий у сотрудника выявлена большая переработка. Комментирует помощник прокурора Анатолий Бутеров. У гражданина было отработано 776 часов сверхурочной работы, которая ему не была оплачена. По результатам прокурорской проверки было внесено представление в адрес руководителя об устранении нарушения закона. Настоящее представление рассмотрено. По результатам его рассмотрения в адрес гражданина за 776 часов неоплаченной сверхурочной работы переведено 116 тысяч рублей. По словам Анатолия Бутерова, в отношении должностного и юридического лица возбуждено административное производство. В настоящий момент оно рассмотрено. За нарушение трудового законодательства должностное лицо заплатит штраф 10 тысяч рублей, юридическое – 40 тысяч рублей.